25 октября в районной детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 130-летию Самуила Яковлевича Маршака под названием «Радужный мир Маршака». На мероприятие были приглашены учащиеся первых и пятых классов Кашхабельской школы номер 2. Активное участие приняли любители творчества Маршака и читатели. 3 ноября исполняется 130 лет со дня рождения вашего любимого писателя Самуила Яковлевича Маршака. Нынешнее поколение не может оторваться от его книжек. На этой выставке представлены все книги Самуила Яковлевича Маршака. Вы можете знакомиться, брать книжечки и читать. Я вам расскажу о писателе Самуиле Яковлевиче Маршаке. Он был очень талантливым писателем и переводил разные стихи на русский. Еще каждый день ночью его свечка не гасла, и он каждый раз для детей писал стихи. И к нему приходили многие письма из разных стран. К нему приезжали экскурсии, художники, он им это все показывал. В конце своей жизни Самуил Яковлевич Маршак написал книгу о своем детстве. Город Острогорск, большой двор, где он играл с сестрами и братьями, завод, где работал его отец. Но потом его судьба изменилась, и он оказался в Петербурге. Он учился в гимназии, и за ним наблюдал известный критик Стасов. Он помогал ему развивать его талант. Еще совсем молодым Маршак, он жил в Англии и пешком прошел английскую провинцию. Ему надо кланяться, снимать перед ними шляпу, не наступать на лапу. Не ловить зубами блок и не ходить на четырех. Надо чавкать и зевать. А кто зевает, высылает, то должен лапу прикрывать разинутую пасть. Послушный будь и вежлив путь, и уступай прохожим путь, а старых уважать, и бабушку медведицу, с туманы гололедницу до дома провожать. Так Мишку лет 5-6 учился, как себя вести, хоть с виду стал он вежливым, остался он медвежливым, он кланялся соседям, лисицам и медведям, знакомое место уступал, снимал под ними шляпу. Молодцы, детки. Бела ночи мышка в ноги. Спи, мышонок, замолчи. Дам тебе ответные порки и огарочек свечи. Отвечает ей мышонок. Голосок ты слишком тонок. Лучше мама не писи, ты няньку поищи. Побежала мышка-мать, стала утку в няньке звать. Приходи к нам, тетя утка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку утка. После дождика в саду червяка тебе найду. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Нет, твой голос нехорош, очень громко ты поешь. В библиотеке в честь Самуила Маршака была организована книжная выставка. С помощью этих книг можно окунуться глубже в мир Маршака. Стоит только раскрыть книгу и почитать. Несомненно, подобные встречи приносят свои плоды, ведь с каждым годом маленьких активных читателей становится все больше.